Теперь серия таких быстрых вопросов и быстрых ответов. Что вас мотивирует в жизни больше всего? Дима. Жена. Что является вашим... Что является вашим самым большим недостатком? Дима. Дима. Кто самый веселый человек в раздевалке? Дима. Говорит рот. У вас есть приметы перед выходом на лед? Да. Да. Какие? Да много всяких, тяжело так сразу ответить. Мы с Кузей за туалет один борем. Да. Кто ваш любимый литературный или киногерой? Пушкин. Читаю Акунина. На концерте какой музыкальной группы вы бы больше всего хотели побывать? Рамштайн. Нет такой мечты. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать? Летать. Я умею летать. Где бы вы хотели больше всего побывать в мире? В Сингапуре. В Африке. Какие у вас любимые виды спорта после хоккея? Литербол. Да нет, ну, баскетбол. Футбол. Есть ли у вас хобби, если есть, то какие? Только у одного нет хобби, что... Как бы вы провели день с кубком стали? Когда будет, так и решим. Не в адеквате. А что вы будете делать после окончания карьеры? Хотелось бы работать в хоккее. Ну да, скорее всего, да, что остаться в хоккее. А кто из игроков в НХЛ лучше всех залезает под кожу? Может быть, кого вы больше всех не переносите? Да много неприятных, одного тяжело выбрать. В хоккее, в отличие от футбола, практически нет симуляции. Что вы наверняка смотрите этот вид спорта, что вы думаете, когда вы видите, как игроки изображают страдания? Это неправда, в хоккее тоже много симуляций. Ну, это не короче, это просто. Это самое.